Создать красивую поздравительную открытку или приглашение в наше время может каждый. Для этого необходимо скачать приложение, при помощи которого будете это делать. Открываем Play Market. В поисковом поле вверху пишем «Создать открытку». Поиск. Мы выбираем третье приложение сверху и устанавливаем его. В моем случае я его уже установила, могу только открыть. Вот это приложение на моем экране, справа снизу Postcards. Открываю. Я собираюсь создать пасхальную открытку. Сначала я должна написать текст со светлой Пасхой. По умолчанию этот текст у меня голубой. Я могу поменять цвет текста. На голубой фон я прикасаюсь и выбираю другой цвет текста. Ну, например, зеленый. Окей. Теперь зеленый стал. Если текст не влезает на картинку, мы передвигаем этот бегунок, на экране бегунок, левее, чтобы уменьшить этот текст. Также мы можем сделать фон текста. Прикасаемся ниже, на поле ниже слова «фон». И можем выбрать, допустим, желтый. Окей. Посмотрим. Вот, на желтом фоне. Также мы можем шрифт открытки, шрифт текста поменять. Прикасаемся к шрифту и выбираем, ну, допустим, вот такой. Посмотрим. Со светлой Пасхой. Сейчас мы должны добавить картинку на нашу открытку. Сделать эту картинку фоном. Рядом с надписью «Текст» есть надпись «Фон». Прикасаемся. Мы можем выбрать собственное изображение. Те, что мы телефоном сфотографировали. Сюда, если прикоснемся, откроется галерея. Можем выбрать любую нашу фотографию. Или выбрать изображение из этого приложения. В этом приложении собраны изображения к любым праздникам. Прикасаемся и пишем «Пасха». Поиск. И вот изображение. Мы можем выбирать любое. Вот, допустим, вот это вот тюльпанчики. Наш текст закрывает всю картинку. Мы должны его редактировать. Переходим снова в текст. Уменьшаем его. И теперь мы можем приподнять, прикоснувшись к стрелочке вверх. Приподняли этот текст. Мы также можем сделать текст в два ряда. Перед словом «Пасха» я прикасаюсь и нажимаю на Enter. На клавиатуре есть на голубом фоне стрелочка. Посмотрим, что вот со светлой Пасхой. И теперь мы можем немножечко увеличить этот текст. Прикасаемся к бегунку и увеличиваем. Закрываем. Закрыли яйца. Вот так. Если мы хотим сделать текст без фона, то мы можем убрать фон, прикоснувшись на перечеркнутый кружочек. И вот наш текст.
Мы можем поработать еще с текстом, сделать его градиентным. Для этого нужно прикоснуться к слову горизонтальный градиент. Начало нашего текста, допустим, будет зеленым, а конец нашего текста он будет такой, как есть. Или мы можем другой выбрать конец текста со светлой Пасхой. С фоном мы можем также поиграть, сделать его размытым. Это фон самой картинки, не текста. Вот бегунок мы можем переставлять вправо, и картинка становится размытая. Обратно. Не будем его делать размытым. И яркость можно увеличить или уменьшить этой картинки. Ну, дальше я. Гамма-эффекты — это тон, в который будет картинка. Нужно сделать больше красного, или больше зеленого, или больше синего. И теперь мы должны сохранить нашу открытку и отправить друзьям. Нужно прикоснуться к «Далее». И затем сохранить. При сохранении открыток каждый раз всплывает реклама. Открытки сохраняются в галерее. Открываем. Можем послать эту открытку прямо сейчас кому-то. В альбоме, как, так же, как называется это приложение Postcards. Посмотрим. Вот наша открытка. Прямо отсюда можем послать ее. Слева внизу знак «Поделиться» со стрелочкой. И посылаем, например, по Вайберу. Где Вайбер? Вот он. По Вайберу кому-то. Вот. Выбираем контакт и посылаем. Все. Еще раз. Все со светлой Пасхой. Таким образом, вы сможете к любому празднику создать открытку свою эксклюзивную и порадовать ваших друзей.